Российского президента ждут сегодня в Минске, где состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета. Однако большая политика может оттеснить финансовые вопросы. Ведь в рамках форума запланирована встреча Владимира Путина с лидерами Беларуси и Украины. На переговорах с Александром Лукашенко речь пойдет о главе Уралкали, гражданине России Владиславе Бумгартнере. В конце августа его арестовали в Минске и обвинили в хищениях. Якобы он нанес Беларуси ущерб в 2 миллиарда долларов. А с Виктором Януковичем российский лидер, как сообщается, обсудит соглашение Украины об ассоциации с Евросоюзом. Документ должны подписать в ноябре. И в этом случае Россия будет вынуждена защищать свой рынок.